Если ты мой дикий ангел, научи меня летать. Но все, что между нами в тайне, я о ней хочу кричать. От тебя на шаг, если привыкаешь, иногда бывает нужен перекур. Я знаю, ты со мной играешь, но вы в мою игру, но не заметили с тобою в танце, что остались мы одни. Я хочу быть с ней, идет ра-па-па-пам, дили-та-па-па-пам, все. Я хочу быть с ней, и ближе к сердцу губам, тихо так прикасайся. Я хочу быть с ней. Если ты моё цунами, то накрывай меня сейчас. Все, что между нами в спальне, повторял ты сотни раз. Эта тишина словно намекает, еще пару фраз и я утону. Если ты моё желание, то я у тебя приму. Не заметили с тобою в танце, что остались мы одни. Я хочу быть с ней, и делать ра-па-па-пам, делить ра-па-па-пам, все. Я хочу быть с ней, и ближе к сердцу губам, тихо так прикасайся. Я хочу быть с ней, и ра-па-па-пам, и я хочу быть с ней, и ра-па-па-пам, и я. Правая рука вообще забилась играть хай-хат по монетам, что в правом кармане. В левой руке у меня был снейр вместе с битбоксом, где звучал хэнд-клэп. И бочка вместе с акустикой дает более мясовый звук, поэтому я здесь сел в проходе. Ребята, это о чем говорит? О том, что не нужно ныть, если даже под рукой нет инструмента, а брать и делать. Мы очень уникальные люди и можем из подручных средств даже сделать бит. И все. Ребята, всем большой привет, меня зовут Раиль Арсланов, и только что вы прослушали мой кавер на новую песню Натана «Я хочу быть с ней». Эту песню записал специально, точнее кавер, для конкурса каверов от Натана, который выложу в Инстаграме. Не забывайте, кстати, подписываться на мой Инстаграм, там этот ролик тоже появится. Ну, а если случайно, вдруг, прямо вы захотите выучить эту песню со всякими вот такими испанскими боями, то, пожалуйста, ставьте лайк, набираем 1500 лайков, и я делаю разбор на эту песню. Очень коротенький и точный. Сейчас буду стараться делать разборы короткими, чтобы людей долго не задерживать. Если вам понравился кавер, ставьте лайк и подписывайтесь на Хижину Музыканта. Всем пока!